Проверить знания, проявить креативность и получить практический опыт в медиасфере. Такая возможность появилась у либерецкой молодежи в рамках нового проекта «Медиацех 4К». На день открытия, где побывали мои коллеги, пригласили почетных гостей. Подробнее в нашем следующем сюжете. Мне очень приятно, что у нас такая молодежь, лучшая молодежь. Хочется пожелать, чтобы все ваши планы воплотились. Будьте амбициозны, ставьте максимальные для себя задачи, у вас все получится. Наверное, самое главное в журналистике, а в телевизионной журналистике это особо важно, найти свою команду. Потому что журналистика и телевизионная журналистика – это прежде всего команда. Команда единомышленников, команда людей, которые смотрят в одном направлении, дышат одним воздухом. Еще раз, удачи. Ну а самых лучших мы ждем у себя. Участниками первого потока медиашколы стали 45 старшеклассников и студентов. Чтобы проверить знания молодежи в области масс-медиа, журналистского творчества и медиасферы, организаторы подготовили викторину. Приехала сюда как волонтер, просто вот езжу почти на каждое мероприятие, мне просто это нравится. Вообще квиз классная игра, вот мы начали с команды, играем, все круто. Угадываем, конечно, не все, но мы, конечно, подготовлены. Решил быть до самого конца, почему бы и нет. Ну и решил помогать людям через интернет. Я верю в нашу команду, мы победим. По результатам квиза сформированы 4 команды. На протяжении 1,5 месяцев ребята ждет насыщенная программа по 4 направлениям обучения в сфере медиа от профессионалов своего дела. Театральная лаборатория – это будут актеры, режиссеры, сценаристы. Если мы берем блок лаборатория сценаристов-режиссеров, это будет блок с написанием сценария, написание любого текстового контента от поста до полноценного сценария для полнометражного фильма. Будет направление техногуру, где мы будем учиться фотосъемке, видеомонтажу, настройке оборудования и продакшену и постпродакшену материала. И, конечно же, направление SMM – как продавать этот продукт, как рекламировать, в каких социальных сетях – и как это работает. Лучшие проекты будут представлены на медиа-выпускном, который состоится в конце декабря. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.